Всем привет! Сегодня мы тестируем огнетушители. Развели вот такой кастрик. С собой мы взяли три огнетушителя. Первый углекислотный, тот, который я купил на 5 литров, килограмм. А второй, он уже застоялся и вообще уже, мне кажется, не рабочий, но мы просто проверим. Порошковый. Еще один порошковый тоже. Тут уже стрелка сместилась, то есть не факт, что он будет работать. Ну, мы сейчас это все проверим. Выдернуть чеку вот эту с пломбой. После этого держу в руке, нажимаю сюда и направляю на пламя. Так, чеку выдернул. Тушить сразу, потому что если пламя продолжается, оно довольно быстро вспыхивает, то есть нужно за раз тушить весь костер. Хватило трех огнетушителей.